на фестивале есть такая программа «Время женщин», посвященная женской режиссуре. Вот на ваш взгляд, это больше дань моде, ну, последней, или все-таки какое-то действительно есть такое явление, как женская режиссура? Или это глупость? Это серьезное явление. Я очень внутренне долго сопротивлялся этому явлению, также внутренне всегда, так сказать, с опаской смотрю на женщин за рулем. Это, так сказать, ну, как бы это мое личное ощущение. Я опасаюсь женщин, которые водят машину. Хотя есть женщины, которые блистательно водят машину, тут не могу ничего сказать. Но это у меня, так сказать, подсознательное ощущение. То же самое у меня было по поводу режиссуры. Режиссура – очень жестокая профессия. Очень жестокая профессия. Она требует ловкости, гибкости, фальсификации, обмана актера, зрителя, манипулирование актерами, группой. Это тяжелая профессия, жестокая профессия, несправедливая во многом по отношению к многим людям, ко многим людям, включая актеров или группу. Это такая, каждый актер требует своего. Есть актеры, которые, так сказать, которых надо просто нормально физически дать пощечину перед дублем. Казалось бы, ну, представьте себе, что это вообще для общественности, когда вдруг там, артисту Богатырёву режиссер заворачивает, так сказать, за трещину такую, что ваш звон стоит в ушах. Такое было. Но это то, что именно ему, именно в это время нужно. Это ему нужно, не мне. Это его стимулирует в разных ситуациях. Это не то, что, скажем, Богатырев требовал всем, чтобы его били. Я сейчас не об этом говорю. А есть актеры, которых надо, хотя они абсолютно в другую сторону идут, просто говорить что-то гениальное. Единственное, вот чуть-чуть тут поправить и подвести его к тому, что хочешь ты, но чтобы он думал, что это сделал он. И поэтому, с точки зрения вообще женской психологии, женщина, конечно, может быть разной, но это, мне казалось, не женская профессия. Не могу ничего сказать, вынужден согласиться с тем, что очень многие женщины-режиссеры сильнее, намного сильнее многих режиссеров-мужчин. По чуткости, по тонкости, по пластике, по странности, по, так сказать, особому взгляду. И часто женщины снимают абсолютно мужские картины. Может быть, это не женская режиссура, просто есть хороший режиссер, плохой режиссер, а пол вообще не имеет значения? Но взгляд-то имеет значение. Все равно женский взгляд отличается от мужского. Во всех смыслах. И это правильно. Это правильно. Поэтому как раз меня заинтересовал вот этот женский взгляд. Очень заинтересовал. Ну и, конечно, мастерство. Марта Мессерош, которая была женой Миклоша Янча, была рядом с ним, ассистировала ему и так далее, вырастает замечательного режиссера, серьезного режиссера. Прекрасные картины снимает. Там Шипитько была покойная, Царствие Небесное. А сегодня, так сказать, Аня, которая нашла свой замечательный язык и потрясающую абсолютно манеру изложения, так сказать, материала. Есть очень много сегодня. И я думаю, что эта программа как раз она много может рассказать. А вообще, на какую фестивальную программу вы бы посоветовали сходить зрителю? Может быть, у вас есть любимая? Нету ни одной программы, которую я бы не мог посоветовать. Документальное кино идеально, невероятно интересно. 8,5 Шепотинника. Замечательная программа. То, что есть у Плахова. Каждая ретроспектива. Ну, вы понимаете, надо смотреть 3 картины в день. Я не буду говорить про конкурсные картины, просто не имею права. Все остальные программы, они насыщены очень мощным, интересным, новым кино. И я считаю, что для того, чтобы получить такой спектр развернутый кинематографического впечатления, так сказать, о кино современном, надо смотреть кино в программах на фестивале.
В принципе, вы сказали, что вы советуете посмотреть абсолютно все, но, может быть, есть, не знаю, пара фильмов, пара режиссеров, на которые вы зрителям посоветовали обратить внимание. До 26 числа идет фестиваль. Сложно выбрать очень насыщенные программы. Люди... Ну, вы знаете, я люблю ретроспективы, такие как Бергман. Это такое полотно жизни невероятного режиссера, художника, исследователя человеческих душ, что, допустим, одной только программы ретроспективы Бергмана посмотреть от начала до конца подряд все его картины – это уже клад, просто клад. Но я бы сейчас не стал бы киноведчески предлагать тех или иных режиссеров, тем более, что, наверное, об этом лучше говорить в конце фестиваля, когда я что-то сам посмотрю. Сейчас пока рано говорить, по-моему.